Макс, мне кажется, я вижу девушку подходящую, такая симпатичная, и она как раз подходит под сайт missonline.ru. Вот. Пойдем. Девушка, здравствуйте, можно буквально вас на минуточку отвлечь? Да. Вы можете выиграть iPad, фотоаппарат и сертификат в салон красоты. Вы знаете, как это сделать? Нет. Все очень просто. Вам надо зарегистрироваться на сайте missonline.ru. Вы там, кстати, есть? Давай, бери камеру или телефон. Покажи, как гнешь лом или строишь дом. В один дубль да пыконом не казалось, чтобы Максу и Косте ничего не оставалось, кроме как отдать 1000 рублей, прикинь. Замути в кадре чумовой прикид, ты кинь вызов. Ну же покажи, что ты актриса. Съешь за 2 минуты 4 кило риса. Или проткни руку, но сильно не рискуй. Мы не боги по воде, не ходим только по песку. Давай подрай газку, зажги спичку об воздух. Покажи всем, как в металл ты превращаешь доску. Не забудь про сноску и слова «я жду косарь». Ты что еще не бросил? А ну быстрее бросай. Но не прокатит тут красивые глаза. Макс Брант и Костя Павлов ищут уникум талант. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов, со дна взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов. Вызов, только лучший достоин приза.